хорошо, что в наше законодательство решил в Конституцию внести пункт о заработной плате. Я не могу пожаловаться на свою заработную плату, потому что моя заработная плата повыше, ниже уровня нашего прожиточного. Но тем не менее, вот от близких и знакомых, конечно, я тоже слышу, что их заработная плата не превышает. И хотелось бы, чтобы наши граждане жили, конечно, достойно, лучше, вот, чтобы молодежь развивалась, будучи, окончив свои заведения, чтобы у них были достойные заработные платы, чтобы наше старшее поколение за свой труд получало тоже вознаграждение более достойно, чем оно есть. Вот. И 22 апреля вот у нас намечаются выборы. Мы бы хотели тоже сходить, поддержать обязательно наших жителей и граждан нашей страны.